Здравствуйте, дорогие зрители, с вами Андрей, Денис, Сергей и Вова! Летательная компания! Ну, птицы! Птицы долетели! Полетели! Полетели все! У нас уже 1300 квота страшная, и Artifice наш ожидает эклипс. Мы готовы к эклипсу? Мы готовы к эклипсу? Да, капитан. А я не уверен. Да, капитан. А, давай полетели. Неважно. Помните, что в описании ссылка на Дзен, если у вас YouTube плохо работает. Ссылка на канал Дениса. Так. Просто полетели, давай. Ну вы там бегите, а я подожду. Ой-ой-ой. Сергей, где наша... У нас нету лопаты. Так, ну подожди, не выходи пока, не привлекай его. Надо лопату добить. Куда он ушел? Сергей. Где он? Далеко ушел. Далеко ушел? Не надо, он туда куда-то ушел. Хорошо. Не надо его привлекать, я жду, когда... Я понимаю. Давай, полетели. Так, две лопаты я взял. Две? Нет, у меня одна. Ну все, мы три лопаты заказывали. Так, по-моему, за нами идут, нет? Сергей, он идет за мной. Он идет. Забегаем внутрь. О, теперь я... Он меня увидел, идет ко мне. Давай, отлично. Я пока ребятам попытаюсь помочь. Вова уже тащит. Денис что-то там, видимо, ему звонок пришел. Ну, пускай Денис, пока не живой, не призывай его, он не умрет. Так, ладно, я побежал. На главном входе, как я понял, все плохо. Блин, бедный Вова. Блин, это улей. О, покойся с миром. Надеюсь, ты будешь жить в наших сердцах долго и весело. Ну хоть какой-то лут-то нужен. Что это? Так. Кровище. А, это отсюда Вову, видимо, утащили. О! Так, говорят, это вот этот... Барбершоп, блин. Не знаю. Ого. Зачем я сюда иду? Ты идешь, Андрей? Что это было? Это как бы новый монстр, которого там, видимо, по гармошке его можно определить. И он чисто прыгает и режет тебя ножницами. Ну, как-то так вот. Твою кошку. Ой, не Сергей. О, схватил и поволок. Ай, бросил. Великанов? Нет, он... Великана погнались? Погнались, конечно же, за ним. Вот, забежали в ангар, и там три бабуина. Вот, за мной бежали, сожрали меня. Ну, бабуины они такие, да, они... А тут еще... Когда их трое, конечно, смелые. О, колокольчик здесь? Откуда здесь колокольчик? Я не понял. А, это он, наверное, нашел колокольчик. Бегом. Ну, наверное. У меня девочка, так что... Я стараюсь лишний раз не поворачиваться. Он зашел, увидел. Ну что делать будем? Я только один колокол донес. Давай так. Там есть несколько бабуинов. Систему. Там есть несколько бабуинов, лежат ну, в центре, короче. Давай так, ты останешься внутри, так как у меня девочка, мне не страшно умереть. То есть я могу случайно умереть, поэтому лучше ты оставайся, а я буду охотиться. Давай. Ну, пускай находится, давайте поднаблюдаем за Сергеем. Ну, конечно, эклипс а это эклипс. Где бабуины именно находятся? Так в центре, вот по центральной дорожке идешь, там слева где-то. Это вообще жесть, да, то есть, жизни нет. Ну, я просто хотел посмотреть, как вот этот барбершопер работает. Он просто подходишь к нему, он тебе напрыгивает и режет шею, видимо.
Вариантов у меня было немного. Блин, Сергей сейчас на Титана выйдет и... На гиганта. Ой, на робота. Да, на всех он выйдет. Тут и гиганты, и роботы. Старые птички. Или он внутри топ... Откуда? Где он топает вот этот? Он заперт. А, заперт. Давай, Сергей, обходи. Нет, это он зря пошел. Надо было его справа. Хотя, сейчас, может, привлечет их в этот уголочек, и они тут будут стоять, а он... Смерти, потому что в этой комнате всегда... О, была бы команда еще с телепортом. Сделали бы они. Было бы вообще... Команда телепорта. Так, ну... Так, там бабуинов просто... Бабуинов все мощно. Да, просто... Месиво такое. Это он мстит за мою смерть. А нам надо много денег набрать. 1300. О, росточек я вижу. Сергей его тоже увидел. Но даже один росток это уже весит дофига. Так он не жадничал бы, нес бы его. Только это отнести, это весит. Он за ним идет, он за ним идет, он смотрит в его сторону. А, уйдет, он уйдет. Да нормально все. Так обернулся, нет, не смотрю. Сергея девочка скорее убьет так. С такими интересными вещами. С такой скоростью, да. Перемещение. Это... Наверное, зря он пожадничал, он взял там сразу. Бежим. Наверное. Вопрос. У нас как бы еще два раза мы могли бы два захода, чтобы набрать какого-то. Кто-то проснулся. Сейчас к нему еще буины придут и зарежут его за... У нас как бы еще два, что он несет, чтобы они боялись. Смотрите, типа, с вами такое будет. Да-да-да. Смотри, там с той стороны буиновое поле такое просто. Там раз, два, три, четыре, там... Так, он бросил этого буина. Надо было хотя бы спрыгнуть с этим буином, наверное. И что это дает тебе себе? Что это такое? Пошел за бабуином, вот лучше бы использовать тогда, если хотел его не забирать. Я понял, что на лестницу залетел этот чувак. На мостик. Я думаю, может, мне придется выкинуть. Да, Сергей. Брось его. Лучше второй раз бегаешь, если успеешь. Угу. Принес цветочек. Долгая дорога домой. Вообще есть, имеет смысл тогда вот в такие эклипсы, зная, что тут будет жесть, просто пересидеть, подождать, пока роботы всех перемочат, и пытаться все собрать. Как бы, ну, это, мне кажется, довольно хорошая тактика. Потому что эти эклипсы дорого стоят. Да, но наша-то задача собирать лут. Надо идти тут. Но... Хотя бы птицу поднести. Если он тебя увидит, то ты убежишь и просто через главные ворота. Так выйдешь. У него семечко тоже тяжело. Да понятно. Тяжело будет бежать. Просто сейчас там уже, наверное, часов 10, я не знаю, сколько есть еще время-то у него. Робот развернулся. О, он бросил. Он обратно. Там два. Пошла бомбежка. Ох уж эти роботы. Давай, Сергей, решай проблему.
Я бы открыл ворота, главное, и вышел как король через... Добавили бы им. Давай, главные ворота. Открываешь и бежишь. И вперед. Иногда, кстати, вот... О, там роб... гиганта, что ли, слышно? А, гигант. Сарай обычный. Он решил пойти через... через лес смерти. Ракеты летят со всех сторон. Ну, все, Сергей. Ты... Да, слишком... долетался. Слишком долго думал и слишком жадничал с этой птицей. Да. Погиб как герой. Мне уже было с самого начала идти через другую... Ну, ладно, через другую я хоть колокол донес. Ну, может быть, да, может быть, нет, непонятно. Ну и, наверное, на будущее брать всё, пока. Достаточно одного роботов. Предмета. А, стоп. А, я... Оу. Я понял. Что? Я понял. Здесь только пол Андрея. Жаль, пол меня. В смысле? Ну ничего, Андрей, не расстраивайся. Видимо, он видит, как... Конечно, а я самый ленивый. Это, видимо, меня разрубило, и половина Андрея там... В смысле, я выгляжу как я целый, а что ты видел? Почему? Ну, видишь, в моем видео там было только половина тебя. Меня Барбер убил. Че? Барбер. Я взял тебя в руки. Кто тебя убил? Только верхняя половина. Вот этот. Да, у тебя только верхняя. Короче, я зашел через черный ход и слышу, там кто-то на, ну знаешь, на гармошке играет что-то такое. И пошел на этот звук. Ну, потому что я знал, что. И, как говорится, он спрыгнул, короче, с потолка, такой стоит. Я еще шарочек сделал вперед, он спрыгнул на меня, и я умер мгновенно. То есть... Просто я не знаю. А я слышал тебя, я слышал тебя. Я за стенкой был. Я еще такой, Андрей. И тишина. Я садимся. Такой, блин. Садимся, да. И потом еще у тебя... Сейчас вроде бы хорошая погода. Прекрасная погода, солнышко. Солнышко светит, птички поют. Побежали, ребята. Ю-ху. Так, погода прекрасная, 8 утра. Кто со мной на черный ход? Ну, в смысле, кто, чтобы... Кто хочет? Так, Сергей пошел на главный. Да, я на главный. А, я пойду на задний. Пойдем, а, пойдем. Ну вот, Вова, с тобой стоит. У нас фонарь. Конечно, на главном, да. Так, ну, картину уже вижу. Подтаскиваем. Ой, ее. Да ладно. И этих ребят вижу. Приколи. Вход. Чё? На втором этаже. Ну, главный вход на втором. Ну да. Мы тоже на втором. Да мы фиг знает на каком. О, кухня, Андрей. Ого. Кухня, это хорошо. Так, раз, два. Два предметика я уже. Я подарочек собрал. Так, еще есть? О, лампа. А. Так, я пойду отнесу это. Давай. Так, по лестничке. И теперь, раз мы шли направо, теперь идем налево. Ладно. Тащу пока это. У нас на черном уже есть несколько предметиков. Ну, у нас на белом есть несколько предметиков. И кухня тут у нас есть. Окей. Так. А, ну тут тупики одни. Я пошел. У меня уточка. Че у тебя? Уточка. Вова, как ты там? Ау. Живой. А? Что? Парни, это... Я... А, здорово. Привет. Я с кухни спустился вниз по лестнице. Да. Ну, чтоб ты знал. Угу. Так, я, пожалуй, отнесу. У меня там есть 4 предмета. Фонарик будет возле черного хода. У меня 3. У меня и фонарик. Можешь, в принципе, тоже нести. Там есть картина лишняя, двуручная. Поэтому тоже донесешь 4 предмета. А, хорошо, сейчас иду. Так. Мы же отсюда вышли. Нет. Я тут камень спустил. Так, откуда мы вышли-то? Да, откуда ты вышел?
Куда я пошел? Ой, нифига себе мелодия какая. Вова, где тут выход? И нам не голос. Вот. Там, сюда, по-моему. А, сюда? Да, на лестницу. На лестницу, на лестницу. Да, на втором этаж. И вдоль левой стенки. Все хорошо. Справляемся. Фонарик бы подзарядить. Так, все, я 4 предмета взял. Я побежал. Так. 12 часов. 4 часа уже прошло с 8 утра. Так, Сергей, это ты? А что ты принес? Золото. Молодец. Золото. Бриллианты. Самородки. Ох уж этот барбершопер на своей губной гармошке. Так, как там у... 95. Оп, побежал, что побежал. Там, отлично. Подарок на 14, картина на 62. Бежит, бежит за мной. Нам нужно добывать ресурсы. Так. Кто тут? Я вещи понес. Так, пойду-ка я похожу. Ты где? Да я немножечко решил побегать. Турель. Так, я слышу. О! Турель, да. Кто это? Здорово, я открыл дверь. Я пойду дальше вниз, поисследую, где. Ага. Вот там турель. Я же кричал. Да-да-да, турель. Может эту. Я тут плевал. Она думал. Прямо напротив лестницы. Так, ну ты вроде... Я живой. Да, ты вроде выжил. Сейчас он отвернется, я сейчас к тебе приду. А тут ничего нету. Ага. Так что нафиг туда. Я внизу. Ага. Ну все, походу здесь тупик. Пойдем. Пойдем тогда, может быть... К... С этой стороны мы пришли. Туда вот это к Вове. Пойдем к Вове в глубину. Пойдем. Вова. Ау. Мы идем к тебе. Вова, чума. А? Я снова вещи несу. Я кота понес. Несет. Кота несет. Да. Кота и три вещи. И две вещи. Но мне понадобится. О, картина. Отлично. И как бы ничего. Картина и зловещее ничто. Зловещее ничто. Да. Так, я пытаюсь отнести ее обратно к этой... К чему-то. Лестница. Я тебя сопровождаю. Ладно. Возвращаемся. Давай, если давай. У меня будут приступы безумия, то ты меня убьешь. Плевалку грохнешь. Да. О, солдатик! Будем его убивать? Заходи! За угол! За угол! На, тебя тоже убило. Да. За Серегой, ой, за Вовой бежит мимик. Маска, в смысле, да, мимик. Да, да. Маска.
Денис, а тебя ты бы хотя бы тоже, да? Тогда он, понимаешь, после такого ты его разозлил, он ходит в режим агрессии. Знаешь, просто был такой соблазн. Сергей, ты-то как а ты-то, а, тебя забили эти самые бабуины? Сергей. Да. Ну все, капец. Почему? Капец. Он должен успеть. Сергей. Да за ним маска. Кто тебя убил? Бабуины. Бабуины? Как тебя? Нет. Гигант. Гигант да его. А, даже так? Сергей. Вот у меня в руках был бабуин мертвый. Лопату. Тут этот, да. Маска. Какой маска? Какой маска? Какой маска? Куда ты бросаешь? Зачем? Ну, нет, нет. Давай! Нет. Черт. Как вы так всем умерли? Сергей. Да вот тут виноват ты. Как вот ты умудрился умереть, когда ты был на базе с лопатой? Почему от гиганта? От гиганта. Я подобрал мертвого этого. Бабуина прямо на лестницу. Мне не лестницу не использовать было. Я из-за этого взял бабуина и меня сожрал. Да, мы видели его. Ну ты не виноват. Это Сергей виноват. Тут виноват Сергей. Потому что ты был в безопасности, как ты вышел и просто оскормил себя бабуину этому. Нас один день и 1300, понимаешь? Гигант. Я сейчас хотел мертвого бабуина, но скорости мне не хватило, чтобы убежать внутрь корабля. Так не надо было подождать. Что ты прямо хочешь? Надо было подождать, Сергей. Подождать чуть-чуть. Ладно. Какая погода? Да не важно, какая погода. Тонем, короче. Тонем. У нас 1300 надо добыть, а я не знаю, как это сделать. Просто танцуем. Танцуем, ребята. Ну что, Вова, давай заряжем. Зарядим. Что это было? Зарядим победу. Ты кто такой? Это я. Победная. Да тут пулемет, судя по всему. Какой пулемет? Ты о чем? Мина. Мина, да? А, это мина. Да, что-то нашел. Угу. Тебя тут вещей. Да, вот вещи уже пошли. Ой. Подтаскиваю. У меня три вещи и лопата. Я сейчас тебе еще четвертую дам. Давай. Так, где тут выход-то? Где-то. Здесь. Где-то здесь? Где ты, лопата, Андрей? Лопата находит рощу, давай. Вот. Стойте, я еще несу. Еще предмет, нет? Нет, у него 4 предмета, ему хватит. Ладно. Больше ему не наливать. Взял лопату. Мячик. Мы фигачим. Так, ладно, вдоль правой, значит вдоль... Что-то мне страшно не... Что такое? Ой. Я нашел кассу. Но также я нашел батлера. Надеюсь, он не открывает двери. Хотя, наверное, не открывает двери, только запертые. Денис? Интересно, можно мячиком мину активировать? Наверное. У нас два мячика так-то. У меня касса есть. Это такой себе вариант. С правой стороны там этот толстячок был. Там, походу, маска живая. Маска живая? Где ну, именно? Походу, да. Она возле главного входа. Либо это Сергей так выглядит. Сергей максимально криповый. Сможешь кассу? У меня 4 вещи. Можешь лучше кассу? А, давай. Лопата есть! Маска! Лопата есть! Да. Денис! Иди сюда. Я же говорю, там маска была, да. На улице она. На улице маска. Иди разбирайся. Ну что, ходить, чтобы я на нее нарвался? Подожди. Фух, господи. Аккуратно. Ты чуть не налетел вон на она лопату. Вон она. Ваш маска, пойдемте. Иди сюда. Пока отвлекаем ее. Кис. Отвлекаем. На Сергея. Сергей, иди налево. Налево иди, чтобы была ровная территория.
Блин. Ну, уходите, зачем, Денис, не подходи. Денис, не подходи. Слышь, маска, давай, кусай меня. Давай, давай, давай. Денис, вот пока на меня, в спину ей бей. Бей в спину. Давай. Да я пытаюсь. Давай, давай. Давай, ну я и веду ее максимально. Вот, хорошо. Давай еще. На главном входе, если... Андрей, слышишь? Да я слышу. На главном входе, если подержу. Нет, 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 давай, бей, 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 тут. Что вы вообще делаете? Андрей, если на главном входе, не надо там батарея. А? Ну, там есть еще... На левом входе, там батарея. Да. На левом, если на главном входе. Мы живем. Там еще дворецкий ходит. Да, дворецкий у нас ходит. Пошли, не знаю, куда. Пойдем. Мне страшно. На черном слишком много народу. О, нифига, там уже разошлись роботы. Там уже война. Война никогда не... Ужас, твоя башка, это весело. О, во, Сергей тут как будто лут не лутал. Вупи Кушин, между прочим. Подушка, так, стой. Там кто-то бегает. О, вот он тут. Че, бьем его или что? Нет, мы же вместе. Сергей, Денис, где ты? А, ты снизу? Там тупик, я здесь, я внизу. Так, надо четвертый предмет, и тогда можно отнести. Пойдем дальше вместе. Так можем его забить и взять у него нож. И осы будут нас хавать. Ты уверен, что мы его забьем? Гидрогель. Да, обойди, мы около входа его забьем. Нет? Нет. Или боишься, что не забьем? Я боюсь, что не забьем. Ладно, я взял три предмета, я понесу. Пошли, вы уходим. Ну, попробуй забить его. Сказать. Попробуй забить его. Если... Забили мы. Забил он его. Прям насмерть забил. Смертельно. Нет. 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 Застрял я. Денис, это карма, Андрей, за твои слова. Это карма. Я же сразу сказал, что ты не сможешь его убить. И ты не смог. Там ему оставался 1-2 удара. Я ему ударов 5-6 нанес. Нормально. Я думаю, если бы ты лопату взял, ты бы его добил. У меня плохо получается подобрать. А ты еще меня начал такой, забил его, полностью забил его. До смерти забил его. Так я тебя цитировал, что ты его забьешь там. Почему Вова стоит на корабле и пытается спасти? Мне интересно, почему Сережа там пытается самоубиться. Я не знаю. Я не понимаю, что с Серегой происходит. Его пытаются телепортировать, но он не телепортируется. Что происходит? Почему он туда-сюда летает? Я не знаю. Он обречен умереть. Они друг друга бьют. Все, все не так. Но он смог все-таки забрать этого. Вон тут один бабуин, второй бабуин. Надо-то всего лишь десяток бабуинов. Прикольно, он призывался, он у меня призвался, да. Один раз корабль, а потом обратно, да, телепортировался. Сергей в огне просто, его ничто не останавливает. Давай, подпрыгивай. Подпрыгивай, Сергей. Да, он бессмертный. По нему даже ракеты не попадали. Он заговоренный. Заговоренный, Сергей. Что, не может его бросить теперь? Сергей просто... Он вообще завалял. Там Андрей делал вещи, когда ты начал устроить. Либо ты попробуешь, либо ты попробуешь. Зал. Че ты держишься, брат? Жесть. Возможно, это у меня просто интернет был кривой включен и из этого лагал. Ты попадешь за Андреем вещами или... За твоими вещами хотят пойти? Ну зачем-то, да, наверное. Там, где Андрей умер. Просто все равно один день. Им надо либо рисковать, либо... Умер. Там, где Андрей умер, а где он умер, где я по карте это не ориентируюсь. Где вещи? Там, где Андрей умер. Да, да. Главного входа. Лучше бы он тебя не призывал. Ну, все. Я, кажется, понял. О, Сергей сейчас разберется. Если умрет, то умрет. Ну ладно.
По-хорошему надо обоим бежать, потому что чё им терять? Ну как это чё? А, там же нужен бежать, да? Просто рокет-прыжки. Мы смотрим, как Сергей пытается выжить. Но он раньше... бессмертный. Нет, это себе он уже смертный. Я думаю, с первым будет умирать хорошо. О, собачка. О, собака. Ну, Сергей, вот подвернул под нее. Капец, собаки. Чё, Сергей, крадется как мышка. Крадется как мышка. Крыль. Нет, я думаю, Сергей бессмертный. В него уже столько ракет попало, что он мог. Нет, видишь, все. А, нет, вот, наконец-таки умер. Как ты заговорил, Михаил? Это просто мой интернет тебя спасал, Сергей. А ты видел, что тебя несколько раз телепортировали? Ты то в корабле, то снаружи. Кто? Я? Ты. Если да. Ты умрешь. Я скажу так, я вылез из этого, из... сторожки. Смотрю, робот стоит. Я думаю, буганул. Я так пробежал мимо него, взял этого, спокойно отнес вот это, как сказать, бабуина внутрь корабля. Смотрю, и того, знаешь, на месте такой как бы идет, я так думаю, ага, залагало. И когда я был в корабле, где-то минут 2-3, даже минут, все отвисло. И знаете, все так пошло. Да, все. А почему я не мог Сергея призвать? Да, а залагал у Андрея интернет, походу. Да, залагал интернет, поэтому были проблемы. Ну все, садимся, ну, умираем, рождаемся заново. Зато я бабуина принес пока. Не, почему? У нас вообще не хватает? Да не хватает, да. Да. Ребята, когда в следующий раз у нас мало денег, надо просто идти рисковать. Просто всем, чтобы было весело. Потому что терять. Да, поэтому я и пытался забить этого самого. Ну я пошел. Куда ты пошел? А смысл здесь бегать? Сейчас мы уже все. Все, взлетаем. Никому свободы нет. Нет, жди меня. Сергей, полетели. Полетели, Сергей. Мы свободны. Опа. Ну, я так и подумал. Вы улетели. Ну, как нет, они умерли. Сергей, мост profitable, да. Они умерли, они запустили корабль и выпрыгнули с него. Миссинка. Просто, давайте притворимся, что ничего не было. 13.22. Давай, лестница. Лестница. Полетели, ребята. Полетели. Полетели. А, где я в космосе? Глубоком ты уволен. Эх. Где наши выживательские навыки? Господи, что это за звук? Где эти наши выживатели? Это лестница сложилась. Наверное, не знаю. Выживательские навыки наши все разрушены. Ребята, надо собраться и показать наше могущество. Показать. Это потому, что Женя нету, а вот и все. Вот и мрем, да. Да, без Жени это самое. Как без рук. Я такой, мы без Жени как без рук. Сережа такой, Женя во всем виновата. Я нет, блин, значит, у меня я... теперь нету эмоций, классно. Ну вот то, что поделать, вот так вот, да. Придется отстойно. Wait, pass it, wait, pass it. О, нифига ты на камне сидишь. Да. Вот целый костюмчик тут. Все, у меня есть эмоции. Ну-ка, давай-ка присядь к нам, Вова. Как ты сядешь? Ну все, у нас... Я могу даже вот так вот делать, понял? Ягодицами перемещаться. Двигай попой! А
Андрей, выбирай планету. Да я уже отправил. Спанный тверк. Андрей. Теперь делать не просто спанный тверк. Андрей, куда ты нас? На Вов. Сажай. Я могу делать... А что не надо, ман? Перманентный тверк. Ну, на Вове пещеры. И в пещерах много лута. Я не люблю пещеры. Сергей, придется терпеть, там лут. Так, мы будем что-нибудь покупать? Что? Да, я уже... Лопату и фонарик. Вот две лопаты я заказал, поздно. Вот ты с ним за ним внезапный тверк. Костюмчик наденете или будете в красном ходить, чтобы вас путали с пришельцами? Так, нам надо направо. Побежали. А, нет, не побежали. Вы бегите, и тогда я лопату вам оставлю. А как тут? Я тут заблудился. Вова, от выхода на 2 часа. Ну, блин, окей, на 2 так на 2. На 2 так на 2. Мантикойл. Слышь, Мантикойл, тебя вот можно стукнуть, наверное, или нет? Или да. Так, ну. Эх, дождемся. Пока потанцуем музычку. Лопатка раз, лопатка два. Так, надо проверить, как у ребят. Сергей таскает вещи. Тоже таскает вещи, но они на главном входе все так. Господи, ты-то что здесь делаешь? Я опять заблудился. Вот на 2 часа, смотри, побежали. Побежали. Ну теперь-то да, я понял, и когда уже туда побежал. Я к речке прибежал. Ну вот видишь, а идешь вдоль речки, а потом скидываешься вниз. Да я попросту по мосту пойду на главный, хотя можно на задний. Наверняка ребята пошли на главный. Да, они на главном, да. Это точно. Так, хотя, может быть, они с главного пришли. Что такое, Сергей? Пошли, покажу, где главное. Так, пойдем. Там черный ход, между прочим. Зачем мне главное? Да, я знаю. Вот, вот здесь главное. Вот, и туда прямо идешь. Ага. Так. Я где... тебе просто показал. Угу. Вова, где ты? Вова. Вова. Ау. Где ты? Я тут вещей на одну вещичку нашел и молоток. Там это прыгалка. Ну перепрыгивать надо, я что-то стремаюсь, конечно. Да тут. Народ, лампа. Здесь лампа. Лампа. Лампу, наверное, пока трогать не стоит. Локт, есть ключик у кого-нибудь? У меня. О, снизу ключик надо, по лестнице. Вон туда. И Вова такой вперед. Давай, давай, охрана. Ой. Все, запирай. Так, что у нас здесь? Здесь был Сергей. Здесь было обнесено все просто. Поэтому пусто, да? Пусто просто. Вот там много вещей-то на главном. Так, тут, по-моему, комната лута, но без лута. Это нормально? Даже ящики. Ну, не знаешь. Сергей, ты даже ящики унес, я не понял. Что ты делаешь? Куречек. Ну тут комната лута. Вот, огурцы. Огурцы Сергей не видел. Где вы? Отлично. Где-то. Надо вещи таскать начинать. Ну так да. Надо в обратно идти. Вот. У меня молоток и какая-то зеленая штука. Это банка огурцов? Банка огурцов. Нет, там девочка какая-то. Девочка? Грушка. Красно платится. Блин, не могу. Возьмите огурцечки мои. Сергей, Сергей. Нет, зеленые. Огурцечки. Кто мои огурцы возьмет? Ну, давай. Вот они. А я пойду дальше. Вова. Еще. Ау. Где ты? Я по лестнице спустился. Отлично, я за тобой. Я отдал свои огурцы. Это неплохо. Там опять прыгать надо, я не хочу. Ладно. Помни, наша судьба в наших руках. Да. Если нас убьют, то мы умрем.
Ну, о, да. Бумага туалетная. Бумага туалетная. Вот это, конечно, божественно. И комната одиночная. Те как ты раз меня там... можешь к выходу провести? Ну, бумага так неплохо стоит. Да, наверное. Поднимаешься по лестнице, идишь сюда. Идишь сюда. И... Ты слышал эту крипоту? Да, что это такое? Я не знаю. А, это который... Это надо укачивать его. Бери его и скорее где качай он? Где его. Он? Где-то там, за дверью. А то он нас сейчас убьет. Нет, нет, нет! Он... Нет! Ты что ж, у меня не было времени думать. А здесь я был. Его надо схватить и укачивать. Да понимаешь, я пришел, он уже большой там стоял, его никуда не укачивать, там он меня укачал. Мы медлили слишком, надо было сразу. Место для прыжков, но я туда не буду прыгать, потому что нужно обойти. Какая крепота, конечно, такая. Давно не прыгал, боюсь не перепрыгнуть. Ну, Сергей дожил. А вот Денис, скорее всего, сейчас встретится с радостью. Он же как раз идет. Да, вот оно, это место. Так. Здравствуйте. Еще и Брекин тут стоит прям под углом. Так, уходит. Ой, Сергей, мог бы посмотреть, что мы мелко видим? Чего ты не посмотрел? Я там за ним, что ли? Сергей просто побежал дальше. Он не пошел вниз? Он пошел... А, или... Да, это вот сюда надо идти. Вот в ту сторону как раз. Что, у меня выбор, что ли, есть? О, не, наверное, он слышит. Денис слышит. Да, да, да. Вот это твою кошку, что это было? Все-таки умирать нужно, не падая. Так хоть лут бы остался. Нет, зеленое в зеленом. Сергей, сейчас Дениса съедят, он его не укачивает. Да он уже там, по-моему, выросший, поэтому... А вот сейчас, наверное... Не, он когда... А, Андрей, что это за страшный звук? Почему пытается меня... Ты не Андрей? Я не Андрей. О, идет! О, да. Идет. Явно не Андрей. Оно идет за... Это явно не Андрей. Оно идет за ним. Ну-ка, со спины. Оно слезет. Куда? Ну ничего себе, ты, конечно, так... Он такой твоим голосом говорит, типа, но не на главном. Я такой, кто это Андрей? Такой, и выбегает этот мозг на ножках. Не знаю, как вы еще писали. Мы его не успели, его надо схватить и укачивать. Не так, Вова, неправда. Нас убила яма, тебя убила яма, Дениса убила яма. Ну, да, но я... Это... Я тут бился ямой, потому что я от него убегал. Когда он тебя сожрал. А я его увидел, такой побежал, и он такой, не-не-не, ты не убегаешь. Так, в яме Денис. И Вова в яме. Ну, прыжок через балку. Жесть. И что это за мозги такие на ножках? Так это пожиратель людей, Man Eater. Да чего Сергей побежал? Он же видел, что мы все мертвы. Ну может у него там походу, лут на выходе. Походу, что, хочет посмотреть, что там есть. А, он хочет посмотреть, да, что он сейчас глянет просто, да. Так а что на черном? А на черном ходу? Ничего нету. Ничего нету, мы же там ходили через черный ход и... Прям встретились с Сергеем, он такой, типа, я покажу тебе выход. Улит там есть. Сейчас еще если этот прибежит. Вот, он понимает, что главная комната. Что тут все рядом. Сейчас его пчелы съедят. Да, проверяй. Да, по-любому. Или, ой, или бабуины вон там. Да, стая бабуинов. Кстати, зря он выносливость-то перед ними потратил. Так, да. Схожу за стаканчиком и улетаю. За стаканчиком, за рюмашкой. Андрей, тебе звонят. Я не знаю. Да, наверное, звонят. У тебя пилот, да, этот самый уже. Он все еще хочет улететь. Либо Юпи, либо кто-то из наших. Скорее всего, он за стаканчик бежал на корабль, но умер. Вот так вот, Вова, тебе уже приписали, что ты стаканчики взял и понес на корабль, но умер.
Вова, убрал я его стаканчик. Вова умер классически. Я его завел насмерть. Сделал все, что мог. Я в этом деле профессионал. Сергей, не брал я никакие твои стаканчики. Отстань. Спер Юпи, скорее всего. Стаканчик, скорее всего, спер. Так, мы готовы к туману? Самое, испугал мозг на ножках, и мы с Вовой упали, а Андрея съели. Денис, ты бы подошел к этому мозгу на ножках, насладился? И что? Ну, чтобы умереть. Чем? Мозг на ножках? Да. Ну, которого он такой издает страшный звук. А, все. Вы давайте только одну лопату возьмете в поход. Вот. Нет, стоп. Я вблизи его не видел, но издалека он выглядел как мозги на ножках. Давайте, на два часа. Это пыльца, которая выскакивает, или какой-то новый монстр? Это... Новый монстр. На два часа идешь и все. Идешь вперед. Давай, Вова, за мной, на мой приятный голос. Так, вот я вижу какой-то обрыв. Стой, Сергей. Сергей скинулся, и я скинулся. Вова, Вова. Я тоже, мы тут все, да. Так, Денис сверху. Так, о. Кот уже лежит. Ой, кот орёт где-то. Слышишь, кот? Лик вот тут гуляет. Кота. Кота надо гладить. О, порталы. Я его лопатой погладил. Какие порталы? Да тут у меня вдоль правой стеночки пошли порталы. Так. Какие порталы? А, телепорт. Комната лута. Кавабанга! Комната лута опять без чемоданов. Без кто дурак? Там дурак. Они как-то специально, думаю, сделали это. Нет. Сергей, не запирайся. Так, все. Указатель. Ну вот возле комнаты лута обычно лут, поэтому оно вот тут вот и образовалось. А! Стенка. Что? Да я застрял. Дверь не позволяла выйти. А, дверь. Здравствуй. Хочешь посмотри на меня через дверь? О, Андрей, привет. Здравствуйте. Андрей. Что вы там друг на друга смотрите через дверь? Вот вам. Нет, да, походу. А ты, оказывается, всех обманул. Так, бросай лут. Куда ты? Вова, Вова, отдай лут. Я видел у тебя лут. Да у меня один чайничек. Ну ты брось чайничек. Его, брось, отдай. Ну и брось его у двери. Да. Вдруг ты помрешь куда-нибудь. Ничего я не помру. Там вы уже все проверили в той стране? Да, да. Ладно, я пошел. Давай. О, держи. О, вы где тут? Я на первом. Да мы... О, неплохо, я телепортировался. Так. Что это за, блин, короткий коридор смерти, запертый, ну, потому что... Славина опять привез куда-то. Сергей любит закрывать двери, которые в тупики ведут. Я не закрывал ничего. Ну так я... Если это ты, скорее всего, там, где я был. Тут, между прочим, что пиво. Это? Пиво нашел, точно. Так, а вот тут что-то за туман? Там туман, тут туман. Можно как-то поменьше его все? Ищи указатель. Вентиль. Да я что-то попытался. Так, видимо, вентиль не с нами, не здесь. Вон, наверху. О, красавец. Но я полностью заблудился. Так а тут тупик, тут негде заблудиться. Ой, я тут ключ нашел. Я тоже. Где-то там. Он где-то там. За туманами. Так, где мы? Стоп, 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 это уже где-то мы были здесь? Да, да. А куда идти? Так, здесь мы тоже. Это тупые стены, которые вот, по-моему, тупиковые. Да. Прямо тоже не иди, там тоже тупиковые стены. О, это комната лута. А вот здесь лестница. Это комната лута, которая... Вот отсюда можно уже на черный ход выйти. Или нет? О. В смысле? Не знаю. О, вниз можно. Нельзя. Нельзя вниз. Нельзя вниз. Это обманка. Это обманка. Я помню, мы эту комнату обыскивали от черного хода. Ну, не от черного хода, но вот сюда надо идти. Через порталы вот эти. Паук! Обходи его! Слева, налево, налево, налево. Иди сюда. Да, надо его. Забегай, закрывай дверь за собой. А паук дверь не открывает?
Неважно, он открывает чуть попозже. Здесь я был, я здесь телепортировался. Тогда, имеется в виду, вот, мы смогли выйти. Я возьму вещи и отнесу их. А ты должен... Плохо, а мне чуть... Пошли со мной, хочешь. Я пойду чуть на главный, наверное. Давай. Ой. Я настолько как бы заблудился, что я даже не знаю, куда идти. Стой, мы в ущелье, успокойся. Вова. Я понимаю, я пытаюсь понять. Ребята, народ, я вас слышу. Да. Тут на главном входе один предмет большой лежит. Мне его не достать. Ну, не донести руки за это. У меня пиво. Вова, зайди налево, и тогда ты доберешься до большого предмета. О, я нашел, вот птички, вот я нашел. О, главный. Да, ты нашел. Да. Так, где этот выход? Продолжаем. Где находится корабль? Так. Где хоть что-нибудь находится? Где хоть кто-нибудь? Нет. Ага. Ага, вот так вот, да? Ребята. Но не смогли это сделать. А смогу ли это сделать я? Главный вход. Может быть, от главного входа пойти по мостику, и там от мостика уже пойти как человек. Насколько этот мостик изношен? Бежим. Мостик прекрасен. О, шип. Я пытаюсь найти, как на корабль. Вова. Андрей, где ты? Я здесь, иди на мой голос. Я иду вперед на корабль. Иди на его голос. Ой, я нашел твою каску, эту желтую вижу. За тебя. Отлично. О, вижу шип. Видишь шип. Я за лопатой иду. На мне еще птичка сидит, я хочу ее грить. А, это хороший план. Там их полно. Давай, Сергей, будь маяком на нашего светоча. О, оп. О, я принес. А, да. А дайте лопату, то нету лопаты, что ли? Что, все лопаты забрали? А где вторая лопата? Так ее не брал, кто-то взял ее, видимо. Дай лопату. Зачем? Ну он хочет. Я птичек хочу побегать, попинать. Да нет, в таком тумане мы лопату потеряем. Да. Ты лучше сходи. Я не собираюсь ее выкидывать-то. Да ты не вернешься, вот что мы говорим. Ты знаешь, возьми птичек, получи их на голову, приноси сюда, их тут их и убьем. Вперед. Заяц в тумане. Ну, проверяй. Жуки, конечно. Просто ушел. Не слышал, если бы я слышал когда-то шаги гиганта. Нет, я ничего не слышал. Так, там какой-то лут, что ли? Я не понимаю. Я передумал, там великан ходит где-то. Лут возле Дениса, буквально налево. Ему пройти и налево взять. Он откуда? Это от главного там, или от черного? Короче, по пути, если на главный идти, там этот великан где-то ходит. Так. Там, по-моему, Брекин. Ну, Денис что-то... Нет, его сзади сейчас задушит, задушит! Нет, все, не задушил. Нет, это не Брекин. Это, видимо, Юпи. Он же пробежал. Так, давайте я сбегаю к нему. Если что, я не вернусь. Таких не берут в космонавты. Один-то раз я выжил. Второй раз я вряд ли выживу. Денис. Андрей. Ты лут там забрал? Какой лут? Вот тут где-то было налево и... Да, Юпи его забрал, вон он. И вот где-то тут лут. Вот, давай, берешь это, беру это, все, пойдем. Там гигант где-то ходит, мы умрем. Кто-то один из нас выживет. Так. Давай, веди меня, Сусанин. Так, а где... Я думаешь, вижу хоть что-нибудь? Не знаю.
Хорошо, я иду вдоль. Ну, ты был так уверен? Нет, просто 8 часов. Я решил поверить тебя. Я пытался спасти тебя, потому что я видел, как ты там тусовался. Так, что, мы идем вообще, движемся вперед? Я не понимаю. Да-да-да, мы вперед идем. Так, вот сейчас мы выйдем... Ой, на горку, ладно, обойдем ее. Может быть, дойти до главного... На входа налево, а потом от него... По мосту? А, по мосту? Ну, по каменному мосту. Так, я опять скатился куда-то. Ладно, я поднялся. Давай, давай, иди. Ой, я просто... ничего не вижу. Так, забор какой-то. Да, дошел до забора, иду к главному входу. О, вижу какую-то не ту луну, не ту. У нас 10 часов. Ну, в смысле, о, нет. Осталось только 2. Это прям отстой. Так, иду. Ты идешь за мной? Я иду за тобой, да, Денис. Так, мост... тут вот какая-то... Хрупкий мост, расширение. Наверное... О, нет, отстой. Так, я не вижу, куда... А, я вот. Нашел каменный мост. Отлично. Сходи ко мне, так, или так, ты где? Я иду. Идешь? Да, вот он. Где? Денис, где? Ну вот, на мой голос. Раз, два, три, раз, вот я. Видишь меня? Да вот я. Да, все, беги вперед. Не жди меня, родимого сына. Надо до корабля дойти отсюда. Просто. Только как? Да чуть вот, иди за мной. Вот, я нашел. Ты нашел корабль? Просто прямо. Да. Просто прямо идем и все. Идешь за мной? О, да. Иду, но я отстаю. О, слышу гиганта. Охренеть. Неважно. Надеюсь, там ребята принимают его. Он вокруг гигант. Ой, вокруг корабля. Ну и что? Съест одного, кто-то выживет. Да я под корабль забрался, блин. 30 минут. Давай. Залез. Там слева. Вон он стоит, я увижу. Андрей, слева запрыгивай. Он идет. Все, бейте, пока я... Бейте его по ногам. Бей по ногам. А, он меня схватил. Да ну что, блин? Проглот такой. Я так считаю, это самый сытый гигант во всей нашей жизни. Покормили гиганта. Сергей, ты почему? Ты опять гиганта накормил? Почему ты мертв? Да. Как ты? Ой, блин. Ну, примерно потому же, почему и ты? Денис, а ты успел выкинуть вещи, которые ты... Ты просто профессиональный убийца. Да, я выкинул одну вещь, но лопата осталась у него во рту. Ну, пускай подавится. Его сожрал. Денис тоже, блин, а чё? Пердушка. Андрюшка, ты... Вова, запускай походочку. У меня нету, эмоций надо купить. Ну, опять такой. Туман, что ли? Не. Тверк, нормально все. Отверкать. Нормальная погода. Я буду тверкать. Чувак. Внезапный тверк. Это не внезапный, это был ожидаемый. Я пойду на главный. Мост мне брошен. Сергей, мост бы берег. Он для экстренных выходов. Он меня спас в прошлый раз. Так, ладно-ка. Залетаем. О, туннели. Туннели. Я пошел направо, тут туннели есть. А, мы тоже сюда пошли, да? Я налево пойду. От черного хода туннельчики. Так, я теперь вооружен. Вооружен, теперь я еще и опасен. Так, а все. А, нет, не все. Пара-пам-пам-пам. Пара-пам-пам. Водичка. Пара-пам-пам. Пара. Ай! Нет! Да за мной это мелкая пакость! Блин, ты за стеной, я не могу тебя. Сергей! Да. Ну все, ходи теперь с ним. Почему? Если будет плакать. Живи! Да я жив!
Проблема. Сергей, Сергей, выйди сюда. Сергей. Какой Сергей? Сергей. Ну, Сергей. О, нифига ты. По левой кнопкой мыши нажми. Да, и... Главное, не отпускай ее, иначе нам жопа. Отпускай ее, ты будешь нам. Ты прям говоришь! Так, я вам ключик оставляю, наслаждайтесь. Спасибо. У вас есть предметик какой-нибудь один? Есть предметик? У меня есть, у меня есть. Давай, Вова, брось. Все, 4 предмета. Ключиком я с твоим ключиком схожу, мне есть куда. А, отлично. Надеюсь, они там выживут. Или умрут. А у меня тут своя охота. Иногда надо охотиться. 50 килограмм. Мутное стеклышко. Нифига не увеличительное. Ладно. Зачем я это сделал? Нажал и сразу так подлагало. Надеюсь, вам, дорогие зрители, все нравится, и вы поставите нам лайки. Так. Блин, а что это? Деревья такие ломаные. Ладно. Как вот это выглядит? Выходишь из этой штуки где-то... Надо двигаться как-то вот... Ага. На 45 градусов. Тут идти-то идти. Недалеко. А где запрыгивать с камушка? Оп. Коты, блин. Зашел, у меня как будто бы ощущение смерти. Сергей. Сергей не шевелится. Интересно, почему? А почему этот предмет взял и передвинулся? Сергей, что там у тебя творится? Так, ребята просто... О, вышли. О, такие. Просто минус Денис. Что это было? Ага. Их там два, наверное. Один, второй. И тут шевелится. Почему шевелится? Там столько лута. Надо идти Вову спасать. Вова, Вова. Вова. Вова, где ты тут? Вова. Слышишь меня? Вова, где ты? Живи, Вова. Вова, что с тобой? Интересно, он выжил, нет? Может, он пошел куда-нибудь в лес? Я не могу просто заходить в здание, наполненное безумными монстрами, когда не знаю, что случилось с Вовой. Где он? Где этот победитель? Где этот чемпион? Проверим. Ага, он все еще на главном входе. Отлично, вот он идет сюда. Надо ему навстречу идти. Вова, Вова. Услышь меня. Узрей меня. Вова, Вова. А, ты живой? Давай, я живой. Иди. Будешь на корабль. Ага. Ты знаешь, где корабль? Будешь? Я куда-то запутался. Вова, Вова, иди ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Вот, вижу, вижу, вижу. Ко мне, вижу, вот, все. А я пошел приключаться. Так. Давай-ка закроем.
Не-не-не-не! Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Нет, что-то я передумал. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Пойду-ка я через главный. Очевидно, что через главный это жизнь. Что за крепота? Вова меня поддерживает своими криками. Нет, нет, нет. Сейчас спустимся. Найдем лут. У меня еще 6 часов есть. Правильно же, правильно. О, тут даже лифтик. Поехали. Та-там, там-там-там. Так, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. О! Взбивка для яиц. Это уже признак того, что тут никто не лутался. Я думаю, возьму я эту сбивку для яиц. Нет. Нет. Все. Все, до свидания. Давайте на этом мы попрощаемся. Я ничего не видел. Я просто шумовочку забыл. Забыл шумовочку. Так, блин, не падай. Ой. А вот и корабль. Я же вижу его. Поискривание. Тишина, покой, никаких псов не с... Да, я все вижу. Все, видал, слушай, видал я добычу. Через... Да, я тоже на главный, когда зашел, сразу же услышал эту, которая ноет. Угу. Лаксо не отважился, я развернулся, потому что ребят съел. Так и не понял, она все-таки может оживать или чего? Ну, если ее продолжать укачивать, потому что Сергей-то умер, я так понимаю, с ней. Я думаю, его вторая убила, мне кажется, их там две было. Взлетаем. Блин, там бубуин скакает, можно было бы его забороть. А, ну да. Ну, ну ладно. О. Так, это один день, надо, значит, уже все идти на сдачу. Ну да. Кота. Фу. 173 только? А чё так мало-то? Сергей, как ты умер? Бракин. А, Бракин тебя вообще грохнул. Денис, веди нас на компанию. Потому что нам нужно сдаваться. Че? Ну, на компанию отведи нас. Отвезешь. Да я пытался, он мне какую-то фигню написал. Не хотел нас отвозить. Ну, теперь отвезет. Типа, недостойны мы. Компани билд. Хотим отдавать желтого кота? Отдаю. Ну, у меня желтого? Белый. Он белый. У меня белый кот. Что ты сделал с котом, что он стал тебе желтый? Ну, если он был белым, то... Бедный котик. Женя тебе такого не простит. Я кота не отдал. Просто плохой водитель. Отбегаем. Проблема не в том, что ты его отдал, а в том, что ты его желтым сделал. Он его просто плохой. Это была ваша сказал. Проверка на тест адекватности. Проверка на тест? Да. На цвет. 628. Все. Там есть еще лут какой-нибудь? Кот есть. Кот. Яйцо. Подушка-пердушка есть. Кто яйцо потерял? Вот это надо все отдать. Яйцо. 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 Нет, радужное яйцо. Оставьте меня тут. Зачем тебя тут оставлять? Не знаю.
позвоните там. Да там уже открылось. Позвоните Солу. Так можно все равно закидывать, когда даже открылось. Так, отлично. Да я знаю. Лазерпойнтер 6 монет сказали, что стоит. Ну что, 990, взлетаем. Поехали на Титан. Ну сейчас у нас будет перерывчик в любом случае. Да. О, вот это я понимаю. Активный танец. Сто 150 денег. Самое смешное, что Вова сделал точно так же, как ты прошелся, потом ты за ним прошел. Ты его же стакал. Но я хотя бы вынес шумовку для яиц. Молодцы. И Вову привел еще домой, он заблудился. Там леса такие, знаешь, наркоманские. Ладно, надеюсь, зрителям понравилась эта серия. Они поставят лайк, передадут привет Сергею, Вове, Денису, может быть, даже мне. Да. Оставайтесь с нами, подписывайтесь. Увидимся в следующих видео. Всем спасибо, всем пока. Всем спасибо, всем пока. Пока.